Завершился очередной чемпионат новогодний футбольного клуба «Ришелье». Каждый год на протяжении 10 или 12 лет мы уже просчитались, потеряли счет. И проводим все возраста футболистов «Ришелье», кто играл в разные годы. Собираемся, делимся на равные команды, кто с кем больше играл. И очередной чемпионат закончился у нас. Два было победителя, вы видели. В одной руководили Николай Андреев и Игорь Клименко, а во второй Сергей Марусин и Игорь Резник. Там было соотношение, практически было 3-0 и 4-1, поэтому мы решили бить пенальти. Ну и в конце концов, не впервые, а последнее время выиграла команда Резника. В один мяч 4-3 выиграла эта команда. Ну, во-первых, мы поздравляем всех, здесь проигравших быть не может. Но вы видели, какой был азарт, как не хотели никто проиграть. Поэтому всех поздравляю с Новым годом, всех ветеранов, не всех, кто играл в Ришелье, а всех практически ветеранов спорта одесского с Новым годом. Надеюсь, что 22-й год будет более приятный, более спокойный. Поэтому, я думаю, жизнь продолжается, ветеранский футбол также продолжается. В 22-м году мы также будем продолжать чемпионаты. 50 лет памяти Ильи Цимбаларя, 55 памяти Сергея Жаркова и 60. Мы сейчас заканчиваем мини-футбол памяти Александра Погорелова. Поэтому мы круглые годы играем чемпионаты, мини-футбол и чемпионаты 8 на 8 в одной возрастной категории 50+. Существует традиция, давняя традиция клуба «Ришелье». Вы знаете, как это с легким паром? Всегда в канун Нового года показывают этот фильм. Так вот точно в канун Нового года наш клуб проводит турнир участников разных возрастов, которые в те или иные годы представляли клуб «Ришелье». И это происходит регулярно. На сей раз тоже, как бы так, как и всегда, мы разыграли этот приз, ветераны «Ришелье» выиграли его, ну а все, я должен сказать, что и проигравшие, это тоже ветераны «Ришелье», хотя они как бы представляют сейчас другие клубы. И вот такой турнир состоялся, и он, видите, прошел очень радостно, еще раз подчеркну, что в городе есть ветераны, что есть кому сражаться. И таким образом мы поздравляем, как бы такое спортивное поздравление с Новым годом всех присутствующих. Ну, а заодно, раз я уже в эфире, то хочу и горожан наших поздравить и как бы пожелать им занятия спортом. Оно, знаете, оно определяет качество жизни. И если они будут послушны и услышат меня, то я думаю, что они действительно испытают ту радость, которую испытывают сегодня все спортсмены.